На три вопроса. Это типа будет проверка на тупость. Ну, на кой ты умный, короче. Готов пройти? Ну, хочешь попробую, я тебе сразу же предупреждаю, у меня IQ никакой. Нет, да это такие вопросы элементарные, действительно, серьезно, Ну, элементарные. давай, Просто, ради ну, я... интереса. Смотри, у тебя, короче, на ответ есть 10 секунд. Если ты отвечаешь не так, ты проиграл. Хорошо. Давай, смотри. Первый вопрос. Назови, пожалуйста, столицу Швеции. Стокгольм. Красавчик. У тебя 1 балл. Молодец. Второй вопрос. Назови столицу Канады. Оттава. Честно, я поражен. Честно, я поражен. И теперь сложный вопрос. Ну, довольно-таки сложный. Но может ли тебе легкий будет? Назови столицу Австралии. Канберра. Браво. Ты лучше, честно, братан. Все, это ты. Вот, все, ну сложный вопрос. На самом деле, мне нравится география. Так что... Ну ты красавчик, честно, молодец. Ты, я тебе хочешь удивление скажу, ты пока один человек, который прошел этот тест. Изо всех людей только один прошел его. Просто прикинь, до какой степени люди тупорылые. Ну, Смотри, как бы у них просто как бы нету возможности или не видят смысла в этом, как бы, ну, изучать географию. Ну, может быть, в дальнейшем, как бы будет разработана вот в системе образования программа по географии, которая как раз увлечет ну, наше вот молодое поколение, и как раз-таки в будущем результаты будут совсем другие твоих вопросов. не, ну честно, я приятно удивлен. Красавчик, честно, молодец. Молодец, красава. Можно Так я что так держать, поинтересуюсь, не спасибо. занимайся плохими вещами. Можно я Конечно, поинтересуюсь, скольким конечно, людям ты задал эти три вопроса? конечно. 10 человек. 10. Понятно. Ну, давай хотя бы сделаем так, чтобы что ты еще там человек 90 отпросишь, чтобы у тебя как раз было 100 человек, чтобы как раз таки потом узнаешь, сколько процентов ответило на твои вопросы правильно. Проблем, братан, без проблем. Так и будет. Все. Все, Желаю братан, тебе спасибо удачи. тебе за совет. Я погнал, братан. Хорошо. Всего Спасибо лучшего. тебе тоже. Пока.